бегут. Дима, сзади, сзади, сзади. О, я вижу, пацаны. Ой-ой-ой, нас зажали. Нас зажали. Пацаны, прощайте. Я живу. Нет, я не живу. Блин, да это подпись двоих. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Гусаняк, васаби скромник, Куёка, магический чай, Серега, Сибер, Гав. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Всем привет! Привет! Здравствуйте! Ну что, скачали мы классный мод на NPC. Это с Купи Playtime, со второй части «Мама, длинные ноги» и «Мамочка, которая всех ищет и мочит». Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание школы Балди, «Мама, длинные ноги». Погнали! Пацаны, ну что, кто первый умрет? Как обычно, кто у нас будет, Серега? Лохом. Все, оружие использовать нельзя. Давайте начнем с этой. А, уже побежал. Да. За тобой побежал. А как вы думаете, она хорошо будет в школе перемещаться? У нее жопа не пролазит. А, не, дверь закрыли. Такое ощущение, что жопа не пролазит, блин. Все, Дима, ты лох. Ё-моё, сам же придумал это дебильное правило. Она по школе бегает, реально. Ребята, ставьте лайк, не забывайте обязательно поставить лайк, потому что это помогает продвигать канал и поднимает мне все больше и больше настроения. Чем больше лайков, тем веселее и круче ролик. Поэтому вы знаете, Дима, что делать. Дима, помоги, я в зале. Да, иди туда, не думай. Вижу, идет. Блин, она реально стрёмная. И знаете, что я еще хочу сказать? Досмотрите до конца, потому что в конце мы поставим 20 штук этих мамочек. Дима, она за тобой бежит. Я знаю, но я могу ее запутать, смотри. Нет, запутал. А я думал, она просто сможет как-то, ну, на расстоянии не бьет она. Серега, мочись. Дима, у нее руки до бесконечности удлиняются. Так, двери удаляем. За мной бегут, за мной бежит. Чтоб никто, да, Серега, не спрятался от нее, от этой убийцы. Никто не спрячется. Васаби, пошли ее искать. Да, я ее нашел. Сюда. Да, молодец. Но Серега, ты что, реально решил все двери удалить? Да. Ты что, псих, что ли? Упор, да, я психопат. Я эти двери на металлолом сдал. Сейчас кто-то такой умирает, я сразу вторую ставлю мамочку. Серег, ты чего? Я, между прочим, скидывался на эту школу. Я ее в аренду взял, а ты двери все на металлолом. А пойдешься, блин, фон школы давно закрыт. О, пацаны, новая рубрика. С каждой смертью персонажа из нас, кто будет умирать, я буду ставить новый NPC. О, давай, вон она. Бежим за ней. Типа как новый игрок. Я испугался. Да. И потом на убывание как-то сделаем 20 NPC, и когда кто-то будет умирать, мы будем удалять по одной. Она на улице я за вижу, мной я побежала. Вижу. Она никого не убьет, да, наверное? Она уже убила двух человек. А что я не вижу? А тебя убила и еще. А, не, вот сейчас должна убить кого-то. Нет, Дим, меня она не убьет, смирись с этим, она тебя убьет. Она инвалид. А я поддамся, чтобы заспамнить NPC. Да, ты издеваешься. Да, ребята, а давайте тебе поставлю вот эту мамочку, длинные ноги. Вторая. Ребята, убегать! Давайте. Нет, все, надо. О, давайте можно использовать оружие, кулаки. Как вам такое? Или монтировку. Монтировка, Серег, это ё-моё. Она с одного удара, я даже не успею ничего сделать. Да ну, Серега, на монтировкой. Нет, Дима, нафиг. Нормально? Блин, мне нравится. Так я же хотел, чтобы она тебя замочила. Ты псих, блин. Да я знаю. Обращайтесь. Я хочу хотя бы один ролик не дохнуть, а ты берешь это и испортишь. Бегите. Мама. Беги. Она застряла. Беги, Саня. Я не умру в туалете. А вообще, можно обмануть? В туалете. Очень трудно. Серег, привет. А там кто-то бежит? Ребята, обязательно напишите в начале ролика, кто видел наших всех персонажей. Кто напишет всех персонажей, их имена, я вставлю вас в ролик. Обязательно. Их уже трое, офигеть. Что сделать, Дим? Твою мать, они за мной бегут. Написать всех персонажей, кто был из наших скинов. На улице можно же? В комментариях под роликом. Да, это будет круто. А если я сам напишу? А я именно запомню твой никнейм в Ютубе, именно тебя я и не вставлю. Спасибо за авторитетное мнение. Не, ну я говорю, как... Ладно, вставлю. Ну все. Дима, они за мной ходят, почему Дима, за мной? Дима, иди ко мне. А я никого не вижу. Дима, иди ко мне, уже трое. Я бегу к вам. Четверо их уже. А, даже четверо, трое на улице, я троих вижу.
Они нас жрут! Они нас обходят! У Серега, не веди ее сюда! Я за скамью у мамонтов, они за мной бегут. Никто не умирает, я никого не ставлю. Я а где вы все? Убежала всех. Йоко, за вами двое бегут. Дима, сзади, сзади, сзади. О, я вижу, пацаны. Ой-ой-ой, нас зажали. Нас зажали. Пацаны, прощайте. Я живу. Нет, я не живу. Блин, да это подпись двоих. Так, двоих NPC еще ставлю. Нет, магический сайт, чай сюда. Так, ребята, начинается веселье. Раз. Дима, мы спаслись. Да, мы обманули ее, мы заскамили ее, скам, бан, пацаны, я еще два штуки поставил, того уже 6 штук. Че, Серега, мы прям вдвоем, да? Блин, это трэш. Серега, ты живой? Конечно, еще иди да. Сюда. Я иди тоже сюда. Еще живой, Дим. Идемте в столовую. Отлично. Слази давай оттуда. Идемте в столовую. Я бегу. Сейчас. Так. Давай выживай, как идет? Мужик, это хватит давай. Сидеть это и прятаться. Хватит быть как баба. А что, вы заныкались, да? Мы так отдышались немного и побежали дальше. Стойте, может он нам устоять, но он вместо нас. А мы в столовой, мы тут это, бутеры едим. А вы в столовке, я иду к вам. Давай, веди их всех к ним. Блин, я боюсь. За мной две бежит, во. Дима, успевай в столовку. Я бегу. Я сзади ее жопу бежу. Зажали. Нет. Мама. Нет. А там сзади смотрят. Блин, это жесть. Со всех сторон. Еще одного убили. Еще одного ставлю NPC. Они все в шоке. Еще один. Ставим. Нет, они там. Ставим. Ставим. Уже 10 штук бегает. Еще двоих, троих. Они повсюду, они захватили. Ребята, напишите в комментариях, и как вам такой вообще режим, когда кто-то умирает, ставит новый NPC, это же круто. Нет. О, Серега, надо будет такое сделать выживание с хэдкрабами. Можно, можно. Давай вместе. Согласен? Я не умру, я в этом ролике. Это жесик сколько. Я не позволю себе умереть. Так ты ж уже умер был. Нет, я не умирал. А, вроде умирал. Не-не-не, тебе показалось, я вообще ни разу не умер. Серьезно? Да, я по-честному убегаю от них, а мне кажется, он умирал, да, пацаны? Да, я умирал. Их шестеро. Ух, я убежал, это было очень на соплях. Пацаны, знаете, где можно повыживать? Это одно место, это улица. Ну вот, я на улице. Я тоже иду на улицу, пацаны, я все к вам иду. Ребята, я вам бутерброд несу. Ой. Они не телепортируются, не? Не, они прыгать умеют. А, понял. Это, короче, только бы не хоппи, да, чтобы побежать? Еще один умер. Димка, меня зашнимают. Ты эту арабу сюда привел? Серега, готовься. Я выбрался, ура. Я буду жить, смотрите, я выживу. Я выживу, она не придет. Эй, блин, я думал, все-таки можно обмануть. Я обманул их, Дима, они... Ой, ёперный театр, сзади береги. Еще один. И ты, еще пацан, один. Смотри, сколько я уже поставил. Серега, я принес бутерброд тебе, покушай. А, ты что ж ты? Одним ударом сложил двоих. Ребята, я не псих. А че, Серега, я псих сразу? А потому что ты столько заспаунил. Че, Серега, я нашел место, где можно заныкаться от них. Сейчас посмотрим, если ко мне придет кто-то. Дима, я, короче, нашел место, где можно от них заныкаться. Короче, я тоже. Песочница. А, да, кстати, можно и в песочнице. Да, они вот это тут нечестно. Стоят. Честно, я тут, значит, убегаю, ни разу не сдох, а вы песочница. Серега, под партой можно заныкаться. А нафиг эту парту? Выживай. Убери свой обосранный сэндвич, зачем ты его взял? Так я тебе его принес, или Диме, я забыл. Да он будет их кормить, пожалуйста, отстаньте. А где они все? Никого не вижу. А они на песочнице все здесь. А, Серега, я иду. Выживать с пацанами буду сейчас на песочнице. Давайте. А, не на этой песочнице. Я иду за вами, пацаны. Где батут? Где батут? А, где батут? Стойте, я сейчас выстрел сделаю, помогите. Давайте его убьем, чтобы все... А, не на этом батуте. Посмотри, Дима, сколько их там. А чё, мало? Они под тобой. Дима, я выживу. Я выживу. Видели, я пробежал там? Да. Ого, вас там. Давай, пошел. На съедение, пацанам. Нафиг я валю. До свидания. Не бойся, Серега. Я их задержу.
Дима, там будет. Ну что, никто не умирает, и больше я их не ставлю, да? Да, да, лучше не надо. Не ставь. О, еще полумер, надо ставить, Серега. У меня тут две. Прям тут две. Тут две у тебя, тут у нас штук 20, Алёша. Нет, три. Еще умер, на еще. У меня в кабинете трое. Помогите. Блин, это трэш. Меня в кабинете зажало двое. Ого, их трое. Не идет к одну. Такие именно мамочки. Ну что, пацаны, может, давайте повоюем с ними все-таки? Давай. Можно давай, использовать давай, оружку. Ну что, я готов, Сережечка. Люблю свою РПГ. Что, где моя РПГ любимая? Ребята, вот, видите, какая красота у меня есть. Я для них все приготовил уже. Эй, не стреляйте по мне. Началась мочилка. Дима навел суету в Гаррис Моде. Ну как мы я любим. Навожу суету. Я буду разработчики, как всегда, Гаррис Мода писать, прекращайте. Прекращайте вы нам сервера. А Серег, а можно монетку использовать? Серега, нельзя монетку, это же читерский. Так ты сейчас их замочишь всех, оставь нам хоть парочку. Но Серега меня освободил, я ему благодарен. А, трое мамок сидят. А у них жизни тратят? А, тратятся, отлично. Отлично, ребят, ну что, как-то выживаем. Извините, обстоятельства. А ты задрал... Хуяка. О, Серега, я знаю, что против них можно использовать. Вонючий гранат. Красный гранат, да-да-да. Пердежи красный, пердежи. Пердеж красный, иди сюда. Ой, красный нас зажали, пердеж. Дима, быстрее. А. Иди. Мама, мама. На тебе, сзади, ты не пройдешь. Сзади, отвали ты, тварь. Не трогай меня, пожалуйста. Блин, жизнь очень медленно тратится. О, во! На! Похавай! А Серега практически всех убил, но тоже я никого не вижу. В смысле я всех убил? Не, вот еще я воюю тут с одной телепиздушкой. Меня ко мне не могут зайти. 20, типа 30 поставил, вы столько раз сдохли, блин. Ого! Ой-ой-ой, потихоньку тратим. Кстати, хорошая война с ним, мне нравится. На, понюхай. Да балбес ты, васаби! Идиот! Во! Извини, Серега, что я сейчас... Ай! Блин, копье не бей, вот ее. Да... На, логично. Гранатку. Попей. Ай, со спины, тварь башмаковая, а? Отличненько. А, загрелись на меня, не понравилось, тварь, а? Я стоял в таком месте, я думал, она меня не достанет, а тут резко она прошла. Кстати, проход, проход со школы, обязательно надо запонять пердежом. Она не смогла ей пройти даже. Да, я тоже хотел выйти, спасибо. Я пожертвую с собой. Лови. Дима, спасибо, я за тебя не смог выйти из школы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Васаби, я тебе хлеб надо все-таки задамажить их всех. Серега, ты чем стреляешь по ним? Пушкой из Сэма. Да? Дима, тут мы тебе хлеб. На, попей. Ну сейчас я кое-что другое вызову. Давай-давай, Сережечка, что-нибудь веселое. Дима, смотри, так, Дима, я тебе хлеба дам. Остерегайтесь, идет обстрел. Давай, Дима, Серега. Дима, посмотри назад. Вижу. Вот, нах, держи хлеб. О, спасибо. Скушай. Его нельзя на пол ложить. После записи будем кушать хлеб. Ой. Серега, ты чем устроил на улице? Это я вяз. Офигеть, хорошо, что мы в школе, так мы уже все умерли. Ого! Я хоть выйду, посмотри, что там происходит. Ого, горит школа! Горит! Ой, лагает, лагает! Всех убили или еще кто-то есть? Нет. Еще кто-то нет. Где? Ой, еще кто-то есть. За мной. Ого, тут это жахает. Смотрите, как сильно. Мощно, мощно, Серега. А почему у нас школа заминирована? О, давай, минируем школу. Это хорошая идея. Уничтожаем этих монстров. Они должны погибнуть все. Ой-ой-ой. Бегите. Скажите, когда будете взрывать, окей, а то я не хочу умереть. Так, я выхожу, наверное, на улицу, да? Я заминировал всех. А что за взрывы? Это ты, Серега, жахаешь? Да. Уходи, пердёшь. Так, выходим на улицу. Ой, Серега, прости, обстоятельства. Пердежи, перди. Ну что, заминировано, Дим? Ну что, давай, подрывай. Есть, я убил одну. Вообще ничего, а еще же вы видите были? Что же школа? Ребята, уходим, главное. Серега, ты готов? Чему? Ой-ой-ой-ой.
Дима! Нет, Дима, это не поможет. А их должно было убить. Не, они живые. Я выжил, Дим. Я сейчас тебе свою... Я сейчас по-своему поступлю. А ну давай, давай, Серега, только точно убей их. Может, на крышу здания залететь и посмотреть, что сейчас будет тут, Дима. Ого! Серега, ты жесткий. Да ладно, да как? Зачем так мало? А, потому что только эти бомбы могут их убить. Ой! Не, не убили. Ну, только нас, я вижу, хорошо, они убили. Не убили вообще. Они все... А, нет, не все взорвали. А чё так? Ой. Не, не взорвали. Подождите-ка, ну-ка я сейчас это исправлю. Это я исправлю сейчас. Надо эти бомбы наложить и другие. Не-не-не, пойдёт. Сейчас. Блин, всё в дыму, нифига не видно. Ой. Вот даже меня на расстоянии задело. Чё-то, Серёга, плохо ты стреляешь. Надо, наверное, мне взорвать что-то. А ну, Дима, взорви ты. Всё, убили. Нет. Да, наверное, нет. Да. А где вы их видите живыми еще? Где они да, живые? Нема, да, значит, где-то... Серега всех. Ну, все, о, все давайте убили. Так, если сейчас понажимаю Z, и они исчезнут, значит, были живые. Ноль. Давай. Всех убили. А, молодец, Серега. Зачистка произошла успешно. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения. Серега, как всегда... Стирает все с лица земли, даже бактерии, тараканы, все убирает. Я просто смотрю на крышу, вижу, как Серега спавнит, собираюсь летать и тут взрыв. Это трэш. 12 FPS.